Так, стан сказали не уберут. КД будут только трогать. Понял. Мне кажется, что в ветках арты 11 уровня не будет. Но смотри. Им тогда нужно будет каким-то образом ограничить вариант захода 10 арты на 11 уровне или наоборот его каким-то образом раскрыть. А если будет 10 арта, допустим, если не будет 11 и будет попадать на 11 уровне, то по идее, если, например, сейчас на арте ты можешь настрелять больше, чем любой другой танк, а опыта получишь ниже среднего, чем ниже среднего игрока, который там настрелял, ну, именно среднего, средним уроном, то если ты будешь попадать постоянно к тем, кто на левел выше, то, соответственно, и опыта будет больше. То есть, в принципе, тоже устроит. По большому счету и так, и так. Нам что похороны, что свадьба. Главное, чтобы музыка играла. Ну, а там неизвестно. Куда-то сюда. Испугался, друг. Я, конечно, не очень рассчитывал, что прям нанесу ему какой-то вред, но оглушили нормально. Сейчас еще отсюда посмотрим на него. Плюс Т-30 в простреле. Все равно боюсь я ехать на этот самый. Там где-то 10 наш. Стрёмная тут позиция. Пойдет. Может, надо было этих добивать, но и так сойдет. Там он, у них эти самые СТшки наверху стоят, отстреливают наших ПТшек, поэтому они не будут никуда двигаться. Давайте сюда еще раз. Все, теперь мне тут стрёмно стоять. Максим Андреевич, здорово. 40 тонн нормально учил. Ну, он же один из первых стримеров был, да, вообще. Как бы... Я в тот период вообще стримы не смотрел. Я первый раз стрим посмотрел, ребята, вот честно вам скажу. Вообще, первый раз стрим в жизни посмотрел в 17 году. Не то, что там конкретно про танки, а вообще первый раз стримы смотрел. Я принципиально их не смотрел, понять не мог, какой смысл смотреть чью-то игру, если можно играть самому. Ну, обычная тенденция, наверное, знаете, есть такое. Залетел снарядик. Снарядик залетел. Что делаем? Т-10. Ну, мимо Т-10 уже точно не проедут эти две СТ-шки. Ну, и сильно тут куда-то далеко уходить не хочу. Надо на фазу как-то выставиться снова. Ну, 212 снарядов валом, стреляй, не хочу. Странно, гляньте. Фаза тут стоит, уже умереть должен. Наши его тут окружили с 80 сторон. И Т-30 простреливаю, Ягу простреливаю. Вообще, как бы, пока все удачно складывается. По сравнению с предыдущими боями, осталось только в меня там трассернуть. Чтобы я, как бы, вы не увидите, а я ж рот открою, так буду сидеть, думать, да что за херь такая. Все, не вижу. Слава богу, хоть не долетел снаряд. Было бы очень обидно, если бы я его не пристрелил. Счет 7-6, еще ничего не это самое, не определено. Так, могут втюхать новые арты 6-7 уровня, остальные совместят уровнем выше. Слушай, ну, может и так. Да любая ерунда возможна. Я думаю, они еще сами не в курсе. Что они будут мутить? Хотел сказать, нужен недолет, но в принципе пойдет. Нормально. Сейчас мне штуку подарочных дадут, а то и полторы.
Да, полторы дали. Бачат несется, он весь пуловый. Раз выстрел от бачата. Два выстрел. Что-то он неудачно заехал, я вам скажу. А мы будем бить по яге. Ой-ой-ой, яга, сволочь, обдурил меня. И даже оглушку я ему не повесил. Вот, представляете? Полтинник как наш умер. Так, надо подумать. Надо подумать, по кому стрелять теперь. Неужели яга боится на сушку выйти? Короче, давайте вот хотя бы его убьем вот таким образом. Не получилось, не хватило. Думал в дом дать, да, в здание. Все равно снаряд дальше бы не перелетел никоим образом, а его могло осколками посечь. Ну, видите, пока ВБР не на нашей стороне. Василий, на островок слева стань. Да, ну, уже времени нету кататься. Оно, может быть, и стоит, но сейчас, если выстрел, сделаем еще один. Накрыл. Теперь можно и левее переехать. И то, наверное, даже не на островок, а вот сюда станем. Ну, за такую игру могут и этого дать, и мастера. Или у меня... А, нет этих, как их, фрагов. Никакого мастера не дадут. Но победим и достаточно. Даже не знаю, когда тут... А, арту убили наверху, на 8 была арта. Хотел сказать, когда ее убили, а потом вспомнил. Он там светился, его там пенетрировали со всех сторон. Да давайте уже, сколько можно пугаться. Умрите как мужчины. ...704-й фуловый затопился, представляете? Гаденыш. Ясно, дальше уже без меня. Серго, скоро будет один. Та, еще дожить надо. Еще дожить надо. Серж, здорово. В кораблях 11 уровень уже 2 года вводят постепенно. 1-2 корабля за обнову. И еще не все ветки закрыты. Понял. Так, Мишаня, на этой карте с той стороны где встать? На острове. На острове. Вот тот аппендицит. Да, мастера дали, ничего себе. Вот тот аппендицит, на котором убили бачата в конце игры, вот там. Смотрите, мастеров сейчас за что дают. Настрелял я немного, этих фрагов не сделал. Ну, правда, по ассисту много команда дала. Ну, мастера дали, спасибо, давай еще раз прокатимся на нем.